Я в Ирбите на Мотофесте 2018. Буквально несколько часов прошло с момента официального заезда мотоциклистов на это излюбленное место. И посмотрите, несколько тысяч палаток, столько же мотоциклов, чуть меньше автомобилей. И все эти люди собрались здесь, чтобы отметить мотособытие этого года. Останавливались на байк-постах, и ребята сказали, что будет фестиваль, и решили заехать. Так ездить намного дешевле, чем на самолете летать? Ну, все зависит от расхода и количества поломок. Самолет? Ну, интересно. Частенько ломается? Ну, конечно, это же Урал. Некоторые участники сюда приехали на автомобилях. Это вообще законно? Ну, наверное. Это же мотофестиваль. Ну, не у всех есть права, и не все могут себе позволить мотоцикл. Скажи мне, пожалуйста, это учебный мотоцикл? Нет. Но ведь третье колесо приделано, чтобы не падал. Ты когда научишься ездить на двухколесном отцепе же, да, третье? Да. Молодец. Девушка учится. А она не в курсе? Она говорит, меня просто посадили. Ну, она волей-неволей учится. Заставь, да хоть заведи, я не знаю. Ну, я контролирую просто процесс и все. А, все, я понял тебя. Аккуратно. Тёма, аккуратно. Как ощущение? Необычное. Все девчонки так говорят, да, тебе? Ну, как сказать? Каково быть женщиной-байкером? Замечательно. Ничего не трет? Это ваш мотоцикл? Да, это мой мотоцикл. У меня у папы тоже такой был. Можно прокатиться? Легко. Стоимость мотоцикла 300 тысяч, и все, в карман, и поехали. А ездим мотоциклы подешевле? Есть. Можете пальцем показать? Я просто не сильно уверен в себе. Когда Егор Крид-то приедет? Я откуда знаю? Концерт же сейчас будет. Блин, все же на Егора Крида собрались, наверное. Нет? Наверное. Не в курсе? Не. Концертом группы «Крематорий» завершается первый день «Байкфеста 2018» в Ирбите. Приехали представители мотокультуры России, разных городов абсолютно. Приехали представители мотокультуры из стран ближнего зарубежья, несколько тысяч человек. Вы только посмотрите, дикая динамика. Все ревут, все кричат, все ждали это выступление целый день. Несмотря на то, что здесь не продавали алкоголь, люди насытились, наверное, адреналином. Все гоняют. Это то место, где нет правил.